Девочки, всем привет! Иду к бесплатному юристу. Не знаю, куда иду, если честно. В общем, мне объясняли, как добраться. Лёша мне 3 раза объяснил 3 разных пути. Ну, самое простое, это вот через поликлинику, в которую мы раньше ходили. Вот сейчас иду, а параллельно мне названивает девушка, которая меня записывала на эту консультацию. Что-то как-то странно, девчонки. Нет, я понимаю, что консультация бесплатная, но потом услуги там или еще что-то, ну, соответственно, за это все деньги нужно платить. Она ж прямо, вот вы придите, я вас доведу, вот до туда-то дойдите, но она мне другую дорогу сказала, которая мне неудобна. Вот, а я город-то плохо знаю. Вернее, как? Основные места я знаю, а что-то там подальше я не знаю, потому что мне... Ну, не приходилось там бывать, а и не видела смысла. Мы же жили в центре, ну, практически, да, на Ташкентской. В те места, куда надо было сходить, там какие-то государственные или чего-то, они в основном в центре находятся. А так я же работала сколько, блин, 12 лет, ну, на одном месте пешком ходила. Ну, то есть никуда не надо было, магазины все рядом, торговые центры тоже как бы по это, а вот... Я даже не знаю, где это. Большая Воробьевская, я знаю, где. Ну, в общем, девочки, иду вместе с вами. Вот, кстати, поликлиника, в которую мы раньше ходили. Это я включилась. Блин, ветер дует, да? Ай. В общем, чтобы вы были свидетелями. Что я иду, и что-то неладное чувствую. Серьезно. Вот, кстати, вот в этом доме. Это... как он называется? Высотка на Зеленой. Я смотрела здесь квартиру, но здесь даже припарковаться негде. Я вообще не понимаю. Вот здесь 2 подъезда с этой стороны. Со стороны улицы, девочки. Не знаю, там со двора есть, но здесь даже вообще просто... Смотрите, дорога, а дом, блин, много. 25 этажей, наверное. В общем, ладно, мне осталось 10 минут. Лёша сказал, до перекрестка дойдешь, налево повернешь, через 3 дома этот дом... А там заходить надо. Ой, блин. Простите, воздухом подавилась. Через парикмахерскую. Ну, в общем, все как-то странно. Ладно, девочки, потом расскажу. Если смогу. Пошла. Девочки, я злая. Короче, вот этот дом, где 5-ка. Это 16-й дом. Ну, блин, мне надо назад возвращаться, чтобы перейти дорогу. Потому что здесь, я думала, вот здесь перейду. Хотя, зачем я здесь думала, если я 16... Блин, вообще, тут нет пешеходного перехода, нет светофора. Короче, как раз там, где я завернула, сюда, налево, ну, мне надо было сразу дорогу перейти. Потому что дом-то 16-й, я его вижу. Понимаете, девочки, блин? А где парикмахерская? Вот она говорила, 5-ка, 16-й дом. Ой... Какой красивый девичьи волосы. Дикий виноград или кто? Девичьи волосы. Ну, в общем, мы здесь очень часто проезжаем. Я город знаю, знаете как? Я на машине, когда ездила, я ездила много раз на замеры. Вот. И, ну, я на работе посмотрю схему проезда и еду. Но у меня зрительная память, конечно, отвратительная. Короче, где? Не видите? Парикмахерская, я тоже не вижу. Ой, блин. Нашла сама. Девочки, какая-то похоронная табличка. Вообще не нравится мне это. И вокруг ни души. Понимаете? Что-то тут еще. Ладно, пошла. Что делать? Часы, как у меня будут. Только не так. У меня будет полаконичней. В общем, вот, девочки, я присела тут. Мишки в лесу. Идет девушка. Девочки, сходила в поликлинику, к которой я относилась. Еще такая, знаете, думаю, зайти, не зайти, взять мою карточку. Одну карточку они потеряли. Пошла, взяла, девочки. Карточка. Один листок. Это когда у меня ухо болело. Вот они карточку не нашли. Я говорю, отдайте. Еще сейчас посмотрим начальство, что скажет, отдать или нет. Я говорю, ну там хотя бы назначение, отдайте. Но я помню, что Атипакс он мне назначал что-то там еще. Вот, сходила, забрала. Ну, блин, ладно, уже забрала и забрала, пусть будет.
А в ту поликлинику мне сказали, когда я тогда пришла с короной-то, мне сказали сделать флюорографию, а еще гинекологу сходить. Кстати, я так давно не была у гинеколога, это вообще, это что-то с чем-то. Вот, и принести им результаты. Только зачем им результаты от гинеколога? Вот мне вот это непонятно. Девочки, кто знает, напишите. Потому что флюорографию понятно, а вот гинеколога... А вот где результат флюорографии? Я здесь делала... Когда мы с вами ходили? Ну, меньше года назад. Я ходила, как раз делала флюорографию. Вот, короче, я уже, понятно, да, вышла. Со мной там общались. Вместо положенных 20 минут. Общались час 10. А еще... Знакомый. Вот, а еще не один человек, а два. Девочки, сейчас домой приду, расскажу. Вот, ну, в принципе, не все так страшно, не все так плохо, как я переживала, что очень много народу туда ходит, очень много. Но они, видимо, записываются по времени, потому что у меня только три человека, когда я уходила, спросили, где гарант. Ну, это юридическое агентство, что ли, так оно называется. Видно вам? Голубки сидят, видите, наверху. Так, аккуратненько на проводах. Ладно, поехала я домой. Позже мы с Викой созвонились. Нам надо с ней встретиться. Вот, она, кстати, вчера к нам приходила вечером. Заказала на Shein штаны спортивные какие-то, фельдеперсовые, в колледж. Она уже у нас студентка. Вот, и нарушают там сроки. В общем, 3 числа должны были они прийти. Сегодня какое, 11 или какое? До сих пор не пришли, а у нее там, ну, со школы, блин, с физкультурной формой строго. И у нее такие есть трикотажные типа джинсы, ну, лосины, джинсы, под джинсы. Она их оставила у нас на даче. Вот вчера Леша вечером заезжал с мальчишками, после садика забрал их и привез. Вика к нам приходила. Так что вот так что. А сегодня нам надо с ней встретиться. У нас там стратегический план. Да. Ну, короче, ладно. Не буду заранее, опять же, чтобы не сглазить. Все идет по плану, но чтобы не сглазить, потом расскажу, если все это дело получится, то, естественно, расскажу, поделюсь. Вот. Ладно, поехала я домой. А мы только с ней созвонились. Я говорю, ты где? Она у полета. Я говорю, я иду к полету. А она говорит, я еду уже у полета. Я говорю, ну да ладно. Придешь. Вот. Все, увидимся дома, все расскажу. Но пока вспомнила. Все, мне многие пишут про эту маску, что маска, сколько ей уже времени, выброси ее. У меня есть в сумке медицинская маска нормальная, вот которая голубая, да? А вот эту маску я стираю очень часто. И, а вот медицинская, ну что, все вы пользуетесь, один раз надеваете ее и выбрасываете? Нет, конечно, мне телефон звонил. Нет, конечно. И пользуетесь, вот она грязная, прям на ней вся эта грязь видна. А эту я часто машинку стираю, ну, бросаю стирать. Иногда руками, чтобы побыстрее было. Ну, по-разному. Вот, она мне очень нравится. Очень. Поэтому я ее менять не хочу. Так что вот так, что ответила вам по поводу маски. Давно хотела, вот. Сейчас. Сниму ее. Все, мне уже, я уже почти подошла. Ну, что ты на меня смотришь, скажи мне. Девочки, я уже дома. И, естественно, да, тут как тут. В общем, я зашла в Магнит и закупилась. Вчера была в Пятерочке. Девочки, ничего там нет. Ну, не люблю я все равно Пятерочку. Вот иногда я ее оцениваю, иногда нет. Девочки, там все, блин, так дорого. Да и в Магните тоже. Я сегодня зашла, у меня глаз задергался. Девочки, я вам клянусь, у меня задергался глаз. Я хотела заснять это. Но уж не стала. Было печенье по акции. Стоило там в районе 100 рублей. Желтый ценник на нем был. Это я просто обращала на него внимание, думаю, купить, не купить когда-то. Девочки, 129 рублей по акции. 129. Как так? Хлеб подорожал. В общем, что я купила? Я вам цветочки показала. Стоят пока цветы. Ну, уже, конечно, я их на ночь на балкон ставлю. Ну, иногда другие в холодильник ставлю. Вообще, в принципе. Ну, а сейчас на балкон. И, ну, уже, конечно, поблекли такие, знаете. Ну, потому что еще дома-то тепло. Отопление не работает. Ну, в плане, мы не включаем сейчас на улице хорошо. И мне очень нравится, кстати, куртка моя. То, что рукава можно отстегнуть. Вообще прям комфортно. Я обязательно следующую... Что-то я тогда погорячилась, когда вот мерила там вот эти вот ветровки. Следующую куплю тоже по этому же принципу, чтобы рукав, ну, был какой там, 3/4 или какой.
Что подстегивался рукав. Мне очень нравится это. Ну, может быть, на кнопочках, а не на молнии. Хотя, мне кажется, молния удлиняет. Ну, устранит. Ну, это я уж так говорю, кажется. Ну, кнопочки мне больше нравятся визуально. В общем, ладно, не суть. Ай, купила, девочки, 2 упаковки тарелок и 2 упаковки стаканчиков, потому что не хочу я больше на даче мыть посуду, с ночевкой мы навряд ли уже поедем. Ну, а если приехать что-нибудь там вот пожарить, да, в пластике, да, будем в пластике. Ну, что, все пользуются, а я... Ну, совестно, девчонки, вот постоянно об этом думаю. Мне совестно, но вот купила, потому что уже как бы не камильфо мыть посуду на улице, на даче. 2 городские только привезли, причем сначала взяла одну, прям такие хорошие, как я люблю, они резиновые, взяла одну и потом, смотрю, выкладывают, пошла поменяла. Мука Увелка, 2 килограмма, ни разу такую не покупала, вчера не купила, я же говорю, там все дорого было в этой пятерочке. В общем, вот эта вот Увелка стоит 90, по-моему, 4 рубля, а Макфа 99, ну, думаю, ладно, на 5 рублей сэкономлю. И заодно попробую эту муку. Так, заменитель сахара. Он только у нас в магните. То есть в пятерочке его нет. Может, конечно, у вас есть, но у нас нет. Мне нравится этот заменитель сахара. Масло сливочное. Там было Брест-Литовск по 99 рублей. Было. Ну, ценник лежал, а масла не было, блин. И вот это вот... Ну, цены все подпишу. Вот эти 2 саянские фольги. Почему 2? Потому что 1 плюс 1 по 39, что ли, рублей они стоили. Не знаю, нормальная ли эта цена, но мне фольга нужна, потому что она у нас закончилась. Последний раз пергаментом накрывал. Ну, в общем, 2 фольги. Дальше что? Огурчики. Тоже из-под полы достала. Не те, которые на витрине лежали, а там снизу. Они прям такие, прям колючие, свежесорванные, грубо говоря. Прям хорошие. Ой, рука трясется. Неудобно, телефон держу. Колбаса, вязанка. Сейчас выходные. Иногда прям надо. Можно с яичком, можно просто бутерброд. Лёше перекусить. Ну, вот... Ну, как бы мы копченую не покупаем практически вообще. Я даже не помню уже, когда покупали. А вот такую вот покупаем периодически. Ну, знаете, чтобы она стоила там, ну, 100. Сейчас она 109, по-моему, стоит. Если она стоит 169, нет, мы не берем. Так, сметана была по акции. Взяла, потому что завтра, наверное, испеку блины. Как раз мука есть, яйца я вчера купила. Вот, взяла, значит, по акции вот эти вот Даноны. Даноны. Кстати, я работала мерчендайзером на Даноне. У Данон очень много всякой разной продукции. Даже не под маркой Данон, а вообще в принципе. Вот. Так что вот так что. Для, вам для справки. И Савушкин сырки были по 19 с чем-то. Тоже акция была вот всем по одному. Сейчас просто Вика придет, мы с ней вот по йогурту или по сырку. Ну, в общем, неважно. Всем по одному. Сыр взяла. Российский. 37,90 что ли за 100 грамм. Мне нравится этот сыр. Я, ну, нормально к нему отношусь, прям хорошо. И мальчишки у меня, если хотят, тоже едят нормально. Поэтому как бы вот так. Так, девочки. Ну вот, это тоже на выходные им йогурты. Здесь все показала. Смотрите, там мужчина. Видимо, он привозит в магнит свой лук репчатый. Потому что мужчина крупный, взрослый мужчина. Видимо, луком занимается, потому что он его выкладывал. Потом шелуху от лука убирал. Я взяла, я иногда покупаю икра минтая, икра кого-то еще, и вот ни разу не покупала икра сельди. Думаю, блин, у кого спросить, сильно ли она соленая, потому что минтая икра сильно соленая, ну, знаете, да? Мы иногда прямо очень хочется со сладким чаем. Блин, что-то... А, я думаю, что руки трясутся? Ну, я одной рукой не могу прямо телефон держать, тяжело было нести. Ну, как бы, кажется, вроде бы ничего, девочки, но было тяжело. В общем... спрашиваю его, как вы думаете, будет она сильно соленая или не сильно? Он говорит, ну, икра минтая сильно соленая. Я говорю, ну, так да, а это сельди. Ну, я его причем спросила, он говорит, да мне кажется, они все прям одинаковые. Я говорю, ну, надо попробовать. Он говорит, да, надо попробовать. И, в общем, ну, я думала, что мужчина все-таки может подскажет, может ел. Он говорит, минтая я знаю, сельди не пробовал. Ну, в общем, я решила попробовать. Это типа методом исключения. Она холодная просто, это не пыль. А холодная банка в холодильнике лежала. И, девочки, вы посмотрите, что я взяла. Готовая, нифига не вижу, готовая смесь для теста, чтобы было... Я очень люблю маковую начинку. Пирожки с маком. Кстати, я вчера в Леруа покупала с маком, да. Очень люблю. Но когда не чуть-чуть ее, а вот прям вот, знаете, она такая мелкая, хорошо много намазана, вы представляете...
Вот эта вот штука, это уже готовая. Я как-то ну, в общем, не такое получилось. А здесь для теста. Тесто не покупала, потому что, по-моему, тесто у меня есть. И в магните было два вида без дрожжевого. Я вот почему-то хочу с дрожжевым. Здесь на полкилограмма теста вот 280 грамм вот этой вот начинки. По акции было, естественно. Знаете почему? Потому что срок годности 9 месяцев. Вот в феврале оно было изготовлено. Соответственно, 9 месяцев я читала без очков, но и напрягла зрение и нашла, что... Что нашла? Где тут? Ну, в общем, 9 месяцев. Тут после вскрытия что-то, ну, трое суток, а вот 9 месяцев было написано относительно влажности или это поля. В общем, поверьте, мне 9 месяцев. Я посчитала на пальце, без ГМО не содержит. Ну, понятно, написать можно все что угодно. Вот. И, короче, еще 2 месяца впереди. Ну, то есть, 2 месяца лежать не будет, и я испеку. Прямо очень захотела. Даже не знала, что такое есть. Ну, понятно, сейчас много чего есть. Так что, девочки, вот обратите внимание. Я думаю, что будет очень вкусно. Испечем рулетик. Не знаю, с вами, не с вами, но сам факт того, что надо испечь. Вот купила, хотела, сейчас не хочу. В общем, вот такая вот у меня закупочка получилась. Сейчас я вам, кстати, кое-что скажу про один комментарий. Про продукты. Мне он очень понравился. Так, девочки, рекламная пауза. Я пошутила. Села монтировать и вспомнила, что не передала привет одному очень хорошему человечку. Вадим Дементьев, привет тебе от меня. Вот так бывает. Блин, не поцарапала на меня? Ну, это риски тоже. Иди сюда. Ты где? В общем, девочки видели, да? Девочки видели? Вадим, ты видел? В общем, тебе привет. Спасибо, что смотришь. Просто дело в том, почему я все время обращаюсь к девочкам и говорю всем мальчикам, в принципе. Потому что меня смотрят в основном девочки, и мне так удобнее. Девочки, которые постарше, чем сыночки этих девочек. Вот, ну и всякие разные парни тоже смотрят, но моя аудитория в основном женская, поэтому мне так удобнее говорить девочки, девчонки. Вот как-то так, потому что я и в жизни общаюсь в основном с девочками, и также к ним обращаюсь. Поэтому знайте, что я всегда помню про ребят, но обращаюсь к девочкам. Это не означает, что только девочки, это значит и мальчики. Но я же не могу ко взрослым девочкам, к женщинам обращаться: «Ребят, привет». Я не могу. Кто-то может. Поэтому не обижаемся и продолжаем смотреть. За что вам большое спасибо. Все, Вадим, привет. Маме тоже привет, Анастасии. И вообще, девочки, всем вам привет. Продолжим дальше. Ой, девочки, решила присесть, чтобы не держать телефон. Поставила цветочки на фон, потому что там роутер, зарядки вообще прям меня нервирует это. В общем, насчет комментария. Не знаю от кого, потому что когда изменяете комментарий, если вы его написали, потом изменяете, то получается, как я это вижу. Вот так. Ай, ну. Так. Что такое? Скажите мне, почему засвечивает? О, видно? Ну, в общем, получается, имя уже только первая буква видна после того, как изменили. Но комментарий очень хороший. Золотые слова. Я полностью с этим согласна. Летает. Вот, но, да, раньше так и было в нашей семье, а сейчас по-другому, блин. Делать большие закупки выгоднее раз в неделю на 2-3 тысячи с мясом, сыром, мясные деликатесы, овощи, яйца, конфеты. А потом через день хлеб, молоко раз в неделю, берем 3 литра деревенского, это вот она пишет сама за себя, да? 220 рублей. Каждый день, если ходить, то по 1000-1500, простая арифметика. У меня подруга так всю зарплату только на продукты тратит, и ничего не доказать. Девочки, золотые слова. Вот надо распечатать, блин, повесить. Я согласна, вот согласна с этим полностью. Вообще полностью. Мы, вот раньше я, когда училась в институте, я очень сильно экономила. Знаете, ну вы просто... Ну вот я жила с молодым человеком, и когда его мама... Ну, мы про деньги разговаривали, про то, что я готовлю. У нас всегда было что поесть. И я ей говорила, как... Она мне говорила, как ты это готовишь?
Я говорю, ну я вот покупаю так-то, так-то, то-то, то-то, ну для двоих-то что надо, ну хотя с другой стороны все равно мужик, да? Она не верила. Вот по телефону мы разговаривали раньше часами, а потом, когда она приезжала, она видела у меня всегда еду в холодильнике. Да, ничего-то там такого, но опять нужно было учесть, что я работала, ой, училась, ну, работать я пошла и в академию за это ушла. Вот, не суть, деньги, цены были другие, ну и зарплаты были другие. Вот, ну почти такие же, кстати, мне так кажется. И как-то все было, ну, нормально как-то, но вот... Потом, когда мы с Лёшей стали жить, тоже все было нормально. Но опять два человека. А сейчас получается, что мы вот в данный момент, вообще в данный момент, в той квартире маленький узкий был холодильник, здесь холодильник больше, но у нас морозилка вся забита, мяса там немного, потому что я не люблю. Я забываю, девочки, я забываю, вот хочется что-то, что там лежит. И получается, вот оно лежит, а я что-то уже купила. Неправильно это. Я поэтому и не делаю заготовки. Ну, блин, наверное, не поэтому, а потому что мне лень эти заготовки делать, как многие делают, да, это как бы удобно повозиться целый день, а потом делать заготовки. Но я просто говорю о том, что, да, надо, ну, опять же, на 2-3 тысячи это как бы... Вот здесь я потратила, девчонки, не наврать бы, по-моему, 1400. По-моему, 1400 я потратила. 1300 с копейками. Вот, кажется, по акции. Что купила? Ничего не купила. Вот. Но, по сути, так и надо. Потому что, ну, тащить я не буду. Но сейчас дача закончится. Надо будет как-то спланировать это все дело. И чтобы с Лешей, естественно, чтобы это на машине было. И не в этих магазинах, нет. Вот мне в Сабиново нравится, где не заморозка, а свежая продукция. Вот, но все это я не собираюсь тащить на себе. Соответственно, съездить разово купить. Просто видите еще, как в чем сложность. Вот если, допустим, какие-то конфеты или еще что-то, блин, дети будут знать, что они есть. Здесь я покупаю и по выдаче даю. Да, у нас нет такого. У нас вообще, хотя не в доступе эти вот то, что мы купили, но они понимают, что это не на один раз. И они всегда каждый раз, когда хотят что-то взять, просят. У нас Федя очень-очень любит сладкое. Лёша тоже очень любит сладкое. Федя, знаете, даже бывает, я говорю, нет. А больше, говорю, ничего нет. Что, я сегодня останусь без сладкого? Арсений ровно к этому относится. Арсений просто любит поесть. И больше мяса. А Феде прям надо сладкое. Лёша тоже. Вот. И поэтому надо, девочки, как-то браться за ум. Вот. С этими продуктами. Видите, я хожу, по чуть-чуть покупаю, мне как бы то, что я знаю, что я на четвертый этаж занесу, ну, как бы нормально. Если больше покупать, я и тащить не буду. Я чего, блин, раненая, что ли? А что засвечивает так сильно? Солнышко вылезло, и у меня свет горит. А видите, когда солнышка не было, свет-то я включала. Вот. Это вот насчет, значит, продуктов. Ну, в общем, золотые слова, надо прям скрин сделать и учиться. Хотя я просто разучилась. Раньше я говорю... Ну, не знаю. Надо как-то. В общем, подумаю. Так, что? Мне сказали сегодня, что видео стали длинные. Я сейчас посмотрю, насколько там времени получилось. Наверное, я начну тогда новый влог. Наверное, да? Чтобы ответить на вопросы. И у меня к вам вопросы, девочки. Ну, не вопросы, а претензии к вам. У вас же ко мне, а у меня к вам. Вот, так что давайте тогда я сейчас попрощаюсь с вами. И включусь, заново уберу просто со стола все. И включусь снова. Все, спасибо, что были со мной. Всем пока.